Бойцы последнего батальона, говорит ваш командир, полковник Чарльз Блисс. Многие из вас были возмущены, что нас здесь бросили. Иными словами, обрекли на гибель. Но я взглянул на этот город и понял, что есть шанс. Я понял, чем он был. И то, чем он может стать, когда придут те, кому не все равно. Если найдутся люди, готовые выйти из дома и очистить улицы от бандитов и дегенератов, то и сделать то, что это безвольное правительство и его солдатня боятся сделать, а значит уничтожить всех воров, убийц, лжецов и прочих противников мира. Мы не оглянемся, не пойдем на компромисс, пойдем на все, чтобы светлое будущее наступило для всех, кто будет с нами. А кто будет против нас, да помилует Господь их души. Я закончил. Ну что, записал? Второй раз я это повторять не буду. Снаряга. Ты что, работал с ней еще до того, как все это дерьмо началось? Тренировался на службе у дяди Сэма, пока не ушел в частный сектор. Я тебя могу научить. Выбирай, что нравится. Сейчас самая серьезная головная боль, батальон. Они нам здорово мешают. Одним выстрелом с ними не разделаешься. Их нужно уничтожать методично. Их глаза, их оружие, их командиров. А это значит, что самая приоритетная цель для нас сейчас – их штаб, который находится у входа в тоннель между Квинсом и Мидтауном. Эй, ты читала мои файлы? Ну, наши файлы. В общем, там есть центр связи, серьезная тактическая поддержка и крупный склад оружия. Уничтожить первое и второе, захватить третье, и все это – нокаут. Внимание! Вы выходите из безопасной зоны. Слушай, агент, у тебя три задачи, и выполнить их будет непросто. Первое – вырубить их станцию связи. Вторая – уничтожить командный центр. И третье – захватить тамошний арсенал. Эти пушки очень пригодятся моим людям. Действуй! Внимание! Обнаружена турель. Я видел их в деле. Гадость. Надо успеть подобраться к ней до того, как она опознает в тебе врага. Иначе хана. Контакт! Веду
Судя по GPS, центр связи совсем рядом. Осторожно, не выдай себя раньше времени. Антенна должна быть на крыше. Не напарись на техников, которые ее обслуживают. То есть на солдат инженерной роты. Они прекрасно обучены, да и вооружены не хуже нас. На снаряжении своих людей батальон не экономил. Пойдем мочить этих гребаных хотагешников. Надо поскорее зачистить этот сектор. А, эти мужики с огнеметами меня напрягают. Как мне это что делать? Все наши старания попусту. Пойдем мочить этих гребаных хотагешников.
Инициирована процедура удаления данных. Перезапись данных. Давай зададим жару этому последнему батальону. Перезапись данных завершена. Отключаю систему охлаждения. Серверные файлы перезаписаны. Процессор уничтожен. Так, ты находишься прямо над этим складом оружия. Как вломишься, придется действовать в одиночку, пока не подойдет подкрепление. Предупреждаю, там будет жарко. Нам всем добро пора в отпуск. Теперь находится под защитой последнего батальона. Повторяю, вы теперь находитесь под защитой последнего батальона. Ваш квартал патрулирует бойцы. Внимание! Противник! Хорошая новость. Подкрепление скоро будет у тебя. Ребята уже прошли первую турель. Вас понял. Подкрепление уже прошло. Половину тоннеля. Подкрепление совсем рядом.
Отличная работа, агент. Добычу еще подсчитывают, но уже ясно, что оружия хватит всем бойцам ОТГ, причем надолго. Так и надо. Тебе удалось выбить опору у них из-под ног. Продолжаем и порвем этих козлов. Так, надо срочно обеспечить оборону. Трен, сделай мне список точно, вооружений, сэр, которые здесь нашли, и организуй его перевозку. Остальным занять бойцев. Есть, сэр. Объект под контролем. Вас понял. Так точно. Так точно. Есть, сэр. Есть. Есть, сэр. Кажется, теперь можно расслабиться. Давайте выпьем за нашу команду. Уже припустим. Ого, это замечательно. Ты просто молодец. Что-нибудь хотели? Передавайте привет моим маленьким друзьям. Вы там осторожнее, а? Увидимся.